В Екатеринбурге вечером на перекрестке с рекламным названием «Чистая Варшавская». Да вы попробуйте, это же «Чистая Варшавская», что в поселке Свердловской птицефабрики, случился равный и несмертельный бой между отечественной четыркой и «Хюндаем Акцентом». В принципе, этот лобовой замес не удостоился бы чести быть показанным по телеку, если бы не присутствие беременной женщины в «Акценте». Дама на четвертом месяце. При таком внезапном ударе и разродиться можно. И вы, конечно, спросите, как у нее дела. И только человек, выпадающий из русского культурного контекста, читай шпион, не знает ответа и рифму. Короче, декорация такая. Пилот Hyundai Сергей и его беременная жена катились по Сибирскому тракту, который в поселке Птицефабрики называется Варшавской улицей, из основного массива Екатеринбурга в сторону поселка Компрессорного завода. На перекресток с улицей Чистой, соединяющей Сибирский тракт с Кольцовским и далее с Химмашем, Акцент выехал на зеленый. А в это время навстречу ему катилась четырка, набитая молодыми пацанами, которая с Варшавской резко ушла налево на Чистую и не пропустила Акцент. В итоге лобовой таран. Молодежь ехала на двух машинах, и потому виновнику и иже с ним было на чем свалить с места ДТП. А, впрочем, долой от себя тяну, слушаем непосредственного участника замеса. Я вот со стороны, получается, центра города на компрессор наехал. Вот зеленый, эти оттуда с компрессора наехали, налево поворачивали, и вот лобовое столкновение получается. Это сколько машин это было? Да я даже не знаю. Тут сначала много народу выбежало, не знаю, ребята еще на двух машинах были. А за рулем кто-то не видел даже. И куда они делись? Да вот. Я пока тут на телефоне, то да все, да, они говорят, в ту машину загрузились и уехали. Водитель, куда подходим? Понятно, что гаишники объявили свалившего с места аварии пилота четырки в розыск. Но, видимо, у него не было резонов ждать ГАИ на перекрестке с рекламным названием «Чистая Варшавская». Или он был набухан, или обжабан, или просто куда-то с братвой торопился. Да найдут, поди. Номера же четырки известны, если, конечно, молодежь ее не угнала. Тогда сложней. Единственной пострадавшей в замесе оказалась женщина. Напомню, на четвертом месяце беременности женщина. Не, ну как тоже пострадавшей? Родить не родила. На всякий случай на обследование ее забрали на карете в ближайшую 24-ю лечебницу. Ну и хочется надеяться, что со временем она будет не пострадавшей, а построжавшей.